Всем привет, меня зовут Джордж Армадос Латути. Я ваш коуч-тренер, я помощник по переезду в США. Поехали! В общем, что хочу сказать. Если вам надоело жить в России, работать, думать о том, как жениться, там всякой фигней заниматься, you need to study English, learn English, учите английский. Идите на гей-парад, вас должны побить гомофобы. Вы пишете заявление, побои снимаете, быстро в посольство США оформляетесь, как будто вы гей-беженец. И сюда, прямым рейсом в Лос-Анджелес. Встречайтесь со мной за зеленый. Я своим братьям из России подскажу, как встретить женщину. Женщину, которая будет вас обеспечивать. Вы должны быть красивы собой, как я. И хорошо пахнуть, уметь красиво говорить. Если вы немного плохо знаете английский, транслейтер, Google Translate, понимаешь, импровизируешь, глазами играешь, смотришь на нее и разговариваешь. Когда разговариваешь на свидании, подходишь сюда, говоришь что-то приятное, языком целуешь здесь. Это нравится женщинам. Это эрогенная зона, и вы обязательно должны, помимо английского, изучать тантрический секс, ибо это буддийская, духовная, энергетическая, сексуальная практика длиннее 4-5 часов. Потому что все вот эти 15 минут, как у вас, как обычно вообще принято, это все фигня. Американкам это неинтересно. И если вы хотите, чтобы вам, я сейчас продемонстрирую, слали вот такие сообщения в мессенджер, богатые американские девушки, женщины. I'll be sure to think about your voice in the shower. You have a very nice one too. Just that you should know. Вот, она будет думать о моем голосе в shower. Я пошел с ней на свидание, она хотела заплатить на меня, я отказывался, я говорил, я мужчина, я буду сам за себя платить. Ну, если она сильно предлагать будет, настаивать, конечно, соглашайтесь. Ну, в общем, я с ней возлег. И после того, как я с ней возлег, я с ней живу. Многие пишут мне комментарии, смотрят фотки, думают, что я фейк, что меня Майкл Бэй или Джерри Катценберг, что это они оплатили, придумали образ такой, пиарят сейчас в интернете, придумывают там что-то. Константин Эрнст, он мне хочет напрямую эфир, чтобы я пришел, чтобы я Леной Лениной какой-то роман, они мне предлагают десятку за это, но это копейки, это гроши, мне из-за этого ехать в Россию сейчас не нужно, через 3 недели у меня уже будет гражданство, поэтому, ребята, не стесняйтесь. Subscribe, write me commentaries, я отвечу на все сообщения, вы приедете сюда, и как я уже сказал, я помогу своим братьям, ибо я люблю вас, и жду, и хочу помочь, и мы разделим вместе вкус победы. Здесь такие армянки, еврейки, итальянки, что мама не горюет, междуножный храм и так далее, здесь все сияет. Я уже спешу, поэтому всем пока, подписываемся и на связи, друзья, на связи.